Родоначальником трудовой династии, члены которой могут по праву гордиться профессиональными успехами друг друга, является Валентина Ивановна Бибик. Ее стаж на предприятии составляет уже 36 лет. Сначала женщина начинала работать няней в детском саду, принадлежащем предприятию, а затем перешла непосредственно на фабрику. Когда строилась новая фабрика, и мне пригласили сюда кладовщиком. Ну, я согласилась. Пришла кладовщиком, ездила на ту фабрику, перевозила весь приклады материал, был склад фурнитуры у меня. Мне привозили сюда весь приклад, коробки шили здесь. Ну, было очень, даже тоже мне очень нравилось. Любая работа, которую бы я ни робила, нам всегда нравится. По образованию Валентина Ивановна бухгалтер. Трудолюбивую и ответственную женщину пригласили вести учет финансов предприятия. Я работаю в должности бухгалтера основных средств. Вот это я ни разу не поменяла другого места. Мне очень работа нравится, я привыкла к ней. Уже как сплю и вижу каждую цифру и каждую свою деталь. Валентина Бибик неоднократно была награждена почетными грамотами предприятия. Занесена она и на доску почета Купаленки. Это говорит о доверии руководства к работнику. Коллективом хорошо очень даже. Коллектив хороший. Самый лучший коллектив, наверное. У нас девчонки, которые ушли от нас, мы как-то все поддерживаем друг друга в связи свою. Вот такая моя трудовая биография в этой предприятии. Все коллеги любят и ценят Валентину Ивановну, ведь она не только профессионал своего дела, но и хороший человек. С Валентиной Ивановной мы знакомы, можно сказать, с юности. Я уже 38 лет на предприятии, Валентина Ивановна 36 лет. Я знаю ее как ответственного работника, приятную коллегу по работе, всегда... Где-то в каких-то трудных ситуациях что-то у нас не связывается по документам. Всегда придет на помощь, всегда расскажет, где какие нюансы можно исправить. Очень такой отзывчивый и хороший человек. Всегда веселая, задорная. В 2005 году работать на Купаленку пришел и муж Валентины, Иван. Мужчина устроился слесарем. Это была моя инициатива больше всего. Больше всего. Он работал на другом предприятии, там его сократили. И он так как-то работы не мог особо найти и пришел сюда. А потом сын? А потом и сын уже. Вот он второй год только работает. Вот эти тележки ремонтируем, потому что возит там этот товар, крой возит. И если колеса не работают, значит грузчик уже плохо работает. А так вот занимаемся этой работой постоянно. Иван Иванович также был занесен на доску почета предприятия. Также к профессиональному празднику был награжден почетной грамотой Купаленки. Сын Валентины и Ивана Александр на фабрике второй год. Мужчина, когда женился, решил сменить командировки на постоянную работу на одном месте. Потому что устроился в том, что всю жизнь ездил по командировкам, решил сменить место работы, чтобы быть поближе к дому и к жене. У вас здесь работают родители, да? Да. Может быть, это тоже было каким-то определяющим фактором? Ну, может, и определяющим. Все-таки семья. Все должны работать вместе. Валентине Ивановне до пенсии 2 года, а ее мужу 4. Но пара надеется, что их сын и далее будет трудиться на Купаленке, продолжая семейную династию Бибик на предприятии.